Арти-25 представляет. Мир кораблей. Новая арена противостояния Империума и Хаоса. Спеши погрузиться во вселенную Warhammer 40 000 до 3 июля. Флаги, камуфляжи, два новых командира, а самое главное – имперские и хаосийские премиумные линкоры. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 30 дней премиума, премиумный эсминец Тачибана Лима, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. 41-е тысячелетие начинается. Откуда отыгрываем? Ну, поедем, наверное, туда, по классике, повыше. Я сейчас хочу попробовать просто задом откатываться и по первым каким-нибудь засветам, я не знаю, где они будут, здесь, но откидаться, чтобы сейчас 100 раз не разворачиваться. ТВП меня устраивает. Или бабаха, кстати, бабаха больше устраивает. ТВП может заехать в сейф, а бабаха отлично стоит. Значит, если что, будет... А, она назад? Ну, отлично. Ну, так себе, конечно, но хоть что-то. Вот по поводу песчаного камуфляжа, этот еще, кстати, прикольный. Но все остальные сезоны не очень. Сетка вообще отстой. Камуфляж в виде маск-сети. Ты что, думаешь, ты не светишься? Я тебя огорчу. Блин, я не... В самый интересный момент пропал. Это что за хрень? Снаряд летит, он пропадает, снаряд залетает, и в ту же секунду он начинает светиться. И типа, а сколько урон нанес? Ну там, конечно, можно посчитать. Но я хотел бы увидеть этот урон. Так, тут ПТ, кстати. Вот здесь, кстати, стандарт еще, и епись, это тоже не очень. Так, прямое должно быть. Ну, опять же, пропало и прямое, ай. Ой, ТВП еще. Походу, тут ГГ на этом фланге. Надо было уезжать отсюда. А, знаете что? Пока они немножко мнутся, титики свои мнут, я попробую убежать. Я сейчас пропускаю моменты пострелять, но если я убегу и засейвлюсь... Надеюсь, что так и будет. Блин, нет, только не 90-ик. Все, мне жопа. Все, я не уйду никуда. Ну ладно. Значит, здесь мое место. Из-за 90-ика не смог уйти. Грустно. Я делал ставку, что откатится назад. Но надо было сделать немножко хитрее. Надо было подождать, когда второй паттерн подкатится, и кинуть по двум сразу. И это бы 100% сработало. Кстати, возможно, я правильно сделал, что я не стал уезжать. Ну, типа, у меня не получилось. Я не то, что не стал, у меня просто не получилось. Я сейчас буду просто принимать этих ребят. Да, возможно, хорошо. Но это при одном условии будет хорошо, если наши все-таки отыграют вот эту сторону, где я сейчас нахожусь. Давай Мауса проверим, что у него там. Подбой, не подбой. Сложно сказать, кстати. Почти 400 урона, но... Могло и больше быть. А могло и меньше. Короче, неизвестно. Есть подбой, нет подбоя. А кто засветил? Блин, я не знаю, кто. А кто? Вот здесь ТВП или 268? Хз, короче. Но мне может арта только сюда кинуть. Вот она, главная моя опасность. Но она может и не попасть. Чуть-чуть перелета. Ай. Ладно, стоим здесь. Если будет вкатывать, я, наверное, смогу отработать. Хорошо. Го, по 705-му. Все-таки надо спрятать жопку. Не для них моя жопка росла. Так вот, перелет, потому что он будет сейчас подкатываться. А нет. Он делает выстрел, он должен был просто поджиматься к скале. Я думаю, будет перелет. Просто логично все просматривал. Но он не поехал.
А вот и ПТ. Но я не могу выйти сейчас. Она меня убьет. Кран, пожалуйста, молодец. Кран, пожалуйста, молодец. Кто-то фугасами его там фигарит. Фигара тут, фигара там. А я по 400 кидаю. И все, и стандарт там, да, шотный. Блин. Как так-то? Я на перезарядке, пацаны. Я встану сюда, чтобы мне М53, если будет кидать, чтобы хотя бы как-то сплэшем и не убило. Но я все равно не прокину этой СТ-шки. Блин, она меня зачекала. Черт. Я тут свечусь просто по КД. Что это такое было вообще? Кто тут простреливает? Ой, хороший. Так, того стандарта убили, остался вот здесь еще один. А, ну плюс 90-ик может опять забраться по серпантину и здесь меня зачекать. Кстати говоря. Блин, место мега опасное. Но хорошо, что я оттуда хотя бы уехал. А, 90-ик не поехал, стандарт откатывается. Блин, я не знаю, что делать. Я бы хотел бы отсюда уехать, потому что место опасное, но у меня есть отсюда прострелы хорошие. До 705-го как-то еще огорчить. Главное в гору не попасть. Хорошо. Ладно, 263, я не брошу тебя тут. И ты меня только не бросай, пожалуйста. Надеюсь, так оно и будет. Так, минус 705, это хорошо. Там проблема со стандартом на двушке. На двушку я уже не спасу. Жалко, сюда не прокину. Ну, давай и пятого карамелить. У них бабаха разбилась. Я не знаю где, но и хрен бы с ней. Все, супер, это вин должен быть. Арта мне сюда не кидала. Прикиньте, я тут выжил на этой позиции. Хотя я думал, мне тут будет очень больно и плохо. Еще сюда разок. Блин, ему по 390 летит. Все, летит и летит по 390. Перекатимся. Здесь стандарту надо по жопе. Фуловому. Он сейчас подо мной, еще под артой. Да, он сейчас тут засветится как раз. Будет барабан свой раздавать, и я ему дам. Прямое пробитие. С поджогом потушился. Блин. Блин, 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 блин. 3900, кайф. Ситуация на самом деле еще не до конца ясна. Но это пробитие, это было очень важное пробитие. Найс. Выживаю как могу. ТПшка, живи, пожалуйста, брат. 28 хп там. Арта в засвете. А, вот она, где наша ПТХ. А, со стандартом, что ли, тогда помочь? Ну, я думаю, с артой это там разберутся. Куда едешь? Хорош. Я знал, что он будет туда уезжать. Просто знал. Но все-таки побоялся уже. Ну, сразу туда пересвестись побоялся. Что там с артой-то? Гоняет, гоняет. Да не выгонит никак ее. Ну, оставь тогда мне кусочек для мастера. Просто красивое упреждение берем и берем мастера. И берем мастера. 5200 видимого. Но у нас еще и блайнды были. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, мастера сюда. На базу. Ой, какой буй хороший.
А я мог бы умереть за камнем очень давно, очень давно. Даже декальку получил первого уровня. Танкист ас. Хорошо. Супер. Ого! Чего? 6700 урона! Чего? Друзья, это все-таки какой-то немножко исторический момент, потому что в нынешних реалиях набить 6700 урона на арте, я не знаю, что сказать. Это, я типа не хочу себя хвалить, но это мега круто. Это 6700, господи, что? Так еще и стана 1700. Ну просто 8500 суммарного урона. Охренеть. Господи, 6700. Не плакать, Арти. Не плакать. 212-й, типа... люди говорят, 212 говорит, плохая арта. Типа, М53 круче. Ну да, круче. Просто жесть. Е5 суммарно 1700, 1200, 705, Паттон 82, плохо было, Бабахи 800, 561, 268, стандарту 1500 с поджогом, пробитием и арту ваншот. Мыше 376. Но это что-то вообще просто за пределами. Просто за пределами мечтаний. Класс. Это класс. Даже в плюсе оказались.